TomTop.com – это действительно годный китайский интернет-магазин. Работает более 12 лет. Имеет золотой статус в системе Alibaba. Специализируется на смартфонах, гаджетах и фотоаксессуарах. Есть огромный выбор прочих товаров. Низкие цены, быстрая доставка, простая оплата и гарантия возврата денег. Ссылка в описании. Всем здорова! Ко мне пришел наконец-то Nubia Z11 Mini S. Это смартфон, легенда, мечта и бомба одновременно. Все в одном флаконе. О том, чтобы я взял этот смартфон себе на обзор, на распаковку, на хотя бы тест, на хотя бы что-нибудь, меня просили сотни людей, писали мне на почту письма, в личку ВКонтакте, господи. Покупал у совершенно незнакомого мне продавца, ссылка на него есть в описании под этим видео, и попросил я продавца не вскрывать заводскую упаковку. Он мое желание выполнил, заводскую упаковку не вскрывал, и прям поверх всего этого наклеил мне еще защитное, мать его, стекло. Все обзорщики нахваливают его камеру, говорят, блин, вообще крутенячая камера, все дела. А у меня заодно есть еще один смартфон, которого очень сильно расхваливают. Это iPhone 7, так что мы сегодня вам с вами еще сравним эти камеры. Как они фоткают, как они записывают видео. Дизайн, прямо скажу, с Nubia Z11 вообще не сравним. Я специально взял черную версию, чтобы посмотреть, как она будет из себя выглядеть. Потому что у многих обзорщиков там есть синий, красный, белый. А вот именно черный я не встречал. В комплекте какая-то штука, которую кладут во все Nubia. Я так и не понял, что это такое. Зарядное устройство с выходом 5 вольт 2 ампера. Быстрая зарядка, видимо, не поддерживается, да? И шнурочки USB Type-C. Сразу из коробки есть русский язык, ничего дополнительно прошивать, скорее всего, не нужно. Сразу Google клавиатура стоит. Это заводская прошивка, я напоминаю. Продавец не прошивал, не вскрывал упаковку. Но почему-то на сканере отпечатков пальцев уже есть царапина из коробки. Что за хрень? Зачем она здесь нужна? Это дизайнерский ход? Это так надо? Но операционная система точно такая же, как и на Nubia Z11. Все тот же вот этот вот Nubia UI, или как его там называют. Мне он, в принципе, не очень нравится, потому что, во-первых, оболочка лагучая достаточно. На Nubia Z11 она лагала до последнего, пока я не прошил его на кастомную прошивку. Но самое бесючее в прошивке — это то, что не все надписи здесь подогнаны под размер иконок. Например, я здесь открываю звонилку, и что я вижу? Вот, надпись «Телефон». И большая часть буковки «Т» здесь просто отрезана нахрен. И вот эта вот китайщина, она везде. Открывайте шторку, точно такая же ситуация. Ну, наверное, давайте начнем с внешнего вида. Что вообще из себя представляет смартфон? По сборке ничего не звякает, ничего не хрустит, все очень и очень прилично. Задняя крышка из металла, не съемная. Никаких пластиковых вставок нет, кроме выводов для антенн. Они сделаны по контуру корпуса. На задней стороне основная камера с красным колечком, светодиодная вспышка, сканер пальца, надпись Nubia и все. На правой стороне качели регулировки громкости, кнопка включения, выключения, блокировки. На левой стороне сдвоенный лоток для сим-карт. Сверху разъем 3,5 для наушников и отверстие для микрофона для шумоподавления. На нижней стороне микро-USB, два гигантских самореза и два вывода для внешних динамиков и для микрофона, чтобы симметрично было. На передней стороне фронтальная камера, разговорный динамик, экран и под экраном навигационные клавиши «Домой, меню, назад», выполненные в виде таких красных точечек и красненького кружочка. Но выглядит очень симпатично. По всему периметру идет такая резьба, она сделана в металле. То ли она окрашена, ну, короче, она золотая окантовка. Смотрится это, честно сказать, не очень круто, как по мне, но оно весьма гармонирует со всеми надписями. Например, если здесь есть окантовка золотом, то точно такая же окантовка есть вокруг сканера отпечатков пальцев. Все надписи, вот эти вот Nubia, Made in China, выполнены точно так же в золотом цвете. Так что все здесь довольно-таки гармонично. У смартфона очень неплохие технические характеристики. Например, в качестве центрального процессора используется 64-битный Qualcomm Snapdragon 625. Частота процессора 2 ГГц, ядра Cortex-A53 выполнены на 14-нанометровом техпроцессе и всего ядер 8 штук целых. В качестве видеоускорителя используется Qualcomm Adreno 506 с тактовой частотой 650 МГц, 4 ГБ оперативки типа LPDDR3, 64 ГБ постоянки eMMC 5.1, и внутреннюю память можно расширить microSD-карточками вплоть до 256 гигабайт. Вместо второй симки вставляется флешка. Смартфон поддерживает USB OTG в формате USB Type-C. Основная камера
23 мегапикселя, представленные сенсором Sony IMX318 с апертурой f2.0, фазовый автофокус, вся вот эта ерундистика, умеет снимать DNG RAW. Модуль фотокамеры в составе своем имеет 6 линз и защищен сапфировым стеклом. Фронтальная камера на 13 мегапикселей, сенсор Sony IMX258, это вам не в тапки срать, апертура f2.2, тоже есть фазовый автофокус. Аккумуляторная батарея на 3000 мАч, несъемная. Быстрая зарядка, скорее всего, не поддерживается, потому что стоковый зарядник выдает 5 вольт 2 ампера, ну, хрен его знает. Присутствует NFC, FM-радио, GPS, а GPS, ГЛОНАСС, все это есть. Экран 5,2 дюйма, довольно-таки компактный, с разрешением Full HD, IPS-матрица, покрытая защитным стеклом по технологии 2,5D. Яркость заявляется 450 кандел на квадратный метр, контрастность 1500 к 1. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. Но в этом я не сомневаюсь, потому что, например, Nubia Z11 у меня тоже защищена очень неплохим защитным стеклом. И все это богатство стоит чуть-чуть более $200. Заметьте, очень неплохой вариант за свои деньги. Компактный, хорошо собранный, стильный, хорошо фоткает, как заявляется. Но давайте мы, наверное, это заявление и проверим. Посмотрим, как снимает его основная камера. Поехали. Раз, два, три, четыре. Проверка звукозаписи ZTE Nubia Z11 Mini S. На фронтальную камеру все это дело пишется. Раз, два, три, четыре, 21 мегапиксель. Посмотрим, как снимает все это дело в помещении. И сейчас выйдем посмотреть в окошко. Потому что на улицу выходить нет совершенно никакого желания. Там творится адовый ад под названием декабрь. Это, конечно, капец. Все цветы уже посохли. Жинка не занимается ими. В общем так, сравнили мы только что две камеры двух смартфонов iPhone 7 и Nubia Z11 Mini S. iPhone стоит более $700, Nubia стоит чуть более 200. И я вам скажу, что Nubia фоткает чуть-чуть хуже, чем iPhone. Прям капелюшечку. Видео пишет тоже хуже, но чуть более значительно. А вот с фотками, если не знать, где какой смартфон, то, наверное, я даже и не сказал бы, что прям iPhone так крутенячий фоткает и все на свете. Ну, хрен его знает. За что я дал $700, я пока не очень понимаю. Но фанат iPhone, наверное, не оценит эту реплику. Nubia Z11 Mini S. Достойный смартфон. Для 200 с небольшим долларов вполне неплохой аппаратище. К покупке, наверное, буду все-таки рекомендовать. До полного обзора даже. В принципе, от смартфона за такую цену что требуется? Чтобы он не разваливался в руках. Чтобы он был достойным по внешнему виду, чтобы у него была достойная оболочка. В общем, для $200 он все свои функции выполняет. Но в полном обзоре я, конечно же, расскажу не только о его достоинствах, но и о косяках, которые смогу у него найти. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все это богатство. Обязательно поставьте оценку этому видео, расшарите ролик в социальные сети, подпишитесь на канал и, конечно же, пользуйтесь кэшбэк-сервисом letyshops.ru, который позволит вам больше сэкономить на ваших онлайн-покупках. Всем спасибо за внимание, всем пока!